низко над горизонтом Меркурий, но он высоко не бывает, потому что он всегда рядом с Солнцем. И мы его можем наблюдать лишь когда Солнце... А он МКС. Давай сейчас чуть-чуть внимания ему уделим. Так, вот это у нас такое освещение. А он у нас парит МКС. Ну сейчас он будет из кадра вообще вырываться, так что... Вообще какой-то жук страшный. Где же солнечные панели? Сейчас, наверное, буду пробовать уменьшать светочувствительность, а то что-то вообще не то получается. Или он летит в таком ракурсе? Странно. Не удержать, не удержать. А, такими я его еще не видел. А, что, все. Он сбег за деревья, а я его пытаюсь ловить. Сбежал. Слушай, классно, надо будет посмотреть поподробнее, что же это такое было, как он странно выглядел. Панели были не параллельно, вроде бы земле, а как бы вертикально расположены. Так, ладно, луна, и сейчас этот дубль на ней закончим. Надо же, укатался я сегодня на работе, думал вообще... не выходить на съемки, даже несмотря на погоду, но заставил себя и явно не зря. Тут меня с галерки поддерживают. Так, тут тоже надо уменьшать выдержку, иначе уж сильно ярко, никаких красот луны не видно. Так, ну штатив поднят на максимум, поэтому колебания огромные. Это я просто сейчас озвучу время. А, уже Меркурий за облаками скрылся. Жаль. Ну ладно. 20:54 по Киеву в Харькове. 20 мая 2021 год. Сейчас сделаем дубль на жестком, на более жестком штативе, по крайней мере. Может, меньше колебаний будет. Ладушки.